Привет, мои дорогие! Сегодня 8 марта 2014 года. Я иду вдоль канала. Вулкан Diamond Head остался вот здесь позади у меня. Здесь слева это Elementary School, начальная школа. И вот пошли первые дома, первые башенки Вайкики. С этой стороны, а с этой стороны у нас самое-самое начало канала. С этой стороны это жилой дом, я точно знаю. Дальше тоже пошли жилые дома. А туда дальше, дальше уже ближе к Кухио-авеню пойдут гостиницы. На улице было очень солнечно и тепло, но набежали тучи и сразу же похолодало. Очень пустынно, никого народа нет на канале. Здесь вот лодочные станции с той стороны. И тоже лодочки стоят. Никто в такую погоду не хочет их использовать. Вот в этих домах я была в гостях в этом доме. Обалденно шикарный вид, конечно, на канал, на горы. У них стекла прямо до пола идут. И когда вот стоит с этой стороны столик, такое ощущение, даже страшно немножечко, что ты сидишь прямо вот на краю обрыва. Очень красиво, очень. Вот такие я прохожу здесь улочки. Дома очень красивые здесь на Вайкики. Они все разные, сделаны в разном стиле. Особенно те дома, которые поновее, новые, недавно построенные. Ну, относительно недавно, скажем так. Канал очень сильно обмельчал. В прошлый раз, когда я здесь была, вода доходила вот до этого бортика. А сейчас, прямо можно сказать, чуть ли не метр от этого бортика и до воды. Птички моются. Рыбки плавают. Рыбки сразу знают, когда человек подходит, они сразу подплывают в надежде, что им дадут хлебушка. Простите, милые, но нет у меня хлебушка, простите. Вон их сколько, очень-очень много подплыло сюда ко мне. И голуби тоже бегут. Вообще, я хочу сказать, что птицы здесь не голодают. Очень много туристов, очень много еды. Вот он какой головастик. Красивый, с красной головкой. Эй, как тебя звать? Травку кушает клювиком своим. Вот их несколько здесь таких бегает. А этот вот нашел себе какую-то крошку, не крошку, кусочек чего-то. И убегает. Да не бойся, не заберу я у тебя. Сейчас дождичек покапал и прошел. И пасмурно, не жарко, а дует ветерок. Вот по деревьям видно, как они шатаются. Просто здорово. Велосипедисты вообще-то не могут ездить вот по этой дорожке, по пешеходной. Даже есть таблички такие стоят, что это запрещено. Потому что для них сделана вот здесь специальная такая дорожка велосипедная. Вот она, вот эта вот, которая идет с края, дорожка, это для велосипедистов.
хотя там двое детей, может быть, детям и можно ехать по тротуару, потому что все-таки около дороги немножко опасно. Чуть вильнул в сторону, и можно попасть под машину. С этой стороны канала гостиниц на самом деле не так много. В основном здесь частные дома. Вот, и канал, я уже говорила, он отделяет наш район от вот этого Лили-Кали, или как он называется, я все время забываю. То есть вот наша Вайкики заканчивается этим каналом. На той стороне гольф-корт. Вот там вот играют в гольф. Здесь рыбаки ловят рыбку. Я не думаю, что они ее ловят для еды, потому что мне кажется, что кушать ее невозможно. Мне кажется, они ловят и отпускают. А вот эта вся аллея, это аллея деревьев, плюмерия. Но они сейчас не цветут. Вообще нет ни одного цветочка. Стоят они такие голые. Ну вот я почти добралась до дома. Еще раз вам просто покажу, что здесь вокруг. Вот хочу сказать, что гавайские дома все имеют название. Вот этот дом называется Алавай Таунхаус. Вот этот дом называется Вайкики Скайлайнер. Это не гостиница, это просто обыкновенный дом. Вот у каждого дома есть, почти у каждого, есть свое название. Вот это вот, кстати, и гостиница, походу, Сэндвилла. И мой дом вот сюда по переулочку. Я сейчас заверну вот в этот переулочек. Пойду к дому, а пока посижу немножечко на лавочке и покажу вам канал, как он выглядит. Огромное гольфовое поле с той стороны, просто громадное. Ну что вы ко мне пришли? Ну нет у меня хлебушка, простите. И вот на этих голубях я, наверное, с вами буду прощаться. Все, счастливо. Всех вас целую, всех вас люблю. Пока-пока-пока.